Добрый вечер, дорогие друзья. Рок-кафе, театр поэтов «Послушайте», проект «ТВ-поэзия» 2012. То есть более добрый. Сегодня добрый, сегодня вообще будет добрый. Меня зовут Владимир Антипенко, я руководитель театра поэтов «Послушайте». Но я еще сам поэт. Сегодня во втором отделении с Марией Агаповой и Тибуром Камчатским мы сделаем спектакль «Z». Это будет увидеть. Ну а сейчас вот тот самый режим ТВ-поэзии, когда автор выступает. Если кто-то хочет что-то автору сказать, подходите сюда. Я буду видеть, что есть. Довольный или недовольный, мы его вызовем, спросим, что такое. Специально провоцировать я сегодня не буду. Ну, Денис Широк, вы готовы? Давайте, Денис Широк. Приготовьтесь, Александр Илья, следующий. Добрый вечер. У меня просьба, в мониторы можно будет дать звук? Меня зовут Денис Широков. А как у тебя называется? То, что вы сейчас услышите, это, скажем так, начало большого произведения, которое я делаю, называется «Закрывая глаза». Шли минуты, сутки, года, а я лежал и видел пустота. Сдох, должно быть кто-то рядом, показалось. Это ветер, танцует танго, его партнерша с розовых зубах творит такое. Кто она? Не разглядел. Лишь страх ее движения вызывают. Может? Нет, смерть приходит по-другому. Тогда зачем вокруг меня кладут тюки с соломой? А? Давно известно.
кассу деньги земные. А я герой бездарной пьесы. Жду что-то стоя у стены. Давай, я знаю, ты умеешь, когда захочешь метко бить. Что ж медлишь ты, уже цвет леет. Где ж выстрел твой ради любви? На самом деле фонограмма была сделана буквально за полчаса, не успевал. Нас это не волнует, что за полчаса. Ты можешь делать год, будет спасибо. Плохо, можешь делать полчаса, будет хорошо. В принципе, мне понравилось. Вот у меня есть претензия одна, маленькая-маленькая. Вот когда ты читал текст, и потом с соломой там что-то, а потом долго стоял, ждал, пока музыка кончится. Не подрасчитал. А это не волнует. Значит, если ты на сцене, что-то там... Ходи с многозначительным видом, чеши голову, делай, как будто ты переживаешь. Хорошо. Ну, вот что-то такое, ну, слушай, интересно. Я на самом деле вот еще бы прочитал одно маленькое короткое давай, стихотворение, кстати. Поскольку сегодня день 14 февраля, считается день влюбленных. Да. Сегодня, к сожалению, здесь нет человека, которого мне хотелось видеть, она сейчас очень далеко, это стихотворение посвящено ей, я его прочитаю. Нас разделяют километры, границы, паспортный контроль и запоздалые ответы, в которых радость или боль, очарование фраз несложных, и лунный свет ладонью пойман осторожно, зачем пришел, тебе привет. Как ее зовут? Наташа. Спасибо, это был. А есть у кого-то что-то сказать? Ну, что-то... Нет? Денис Широков, спасибо. Спасибо. Угу. Потом перепишемся, что-нибудь там еще скажем. Александр или Арте? Вы готовы? Угу. Потом тогда Сергей Удальцов. Сережа, да? После Саши. Александр или Арте? Называется «Там небо», да? Как сказала одна маленькая мертвая девочка, у каждого свое небо. Саша, подожди микрофон. Все, наверное, помнят сказку Гауфа «Калиф Аист» Апео. В переводе с латыни «Я ухожу». Время крадется унылой, засушливой тенью. Жар опал. Шар опал, крылышки опалив, в трещину пыли пустынной, далеко ли затмение, скатится, свертится, верится ли калиф, снится мне. Гривы янтарные вопли гулком рдеют, взрывая тумана в гниющую медь. Только вдохну порошок из волшебной шкатулки. Я очарован, я счастлив, смеяться, петь. Бьется желтая моль в акварели седого стекла. Только долго ли осталось мне верить, не верить, один. Я хочу целовать чешую твоих лап, несравненная Перри, не ставшая мной. Уходи. А следующее стихотворение я прочту в честь такого праздника, который сегодня. Анатомесса. Твои темно-лиловые пальцы
так изящны и так холодны, и я согрею их жарким дыханием, упоенно в ладонях своих. Твоих сомкнутых век флюориты, негой сонной истомы полны, твои угольно-скорбные губы. Растворюсь в безраздельности их, пусть свечей на ветру лихорадка, пусть в цветах утопает ольков. Твое пламя погасло, и жадно я вдыхаю дурманящий дым и готов его сладостной песней, задохнувшись, навеки уснуть. Твоя кожа, что траурный бархат, облаченный в небесные льды, дай же мраморный ангел губами отогреть твою бледную грудь, алебастровых ног очертания в кружевах лазуритовых вен. Между ними я стану тобою в холодной сырости нежных оков. И цветов золотые бутоны обращались в мерцающий тлен, и на пламя свечей бурым гноем пустота из стеклянных сердец, и делили чертог Асмодея стылый труп и безумный мертвец. Ну, если вам нравится, так начнем. Маки. Вязнет в горле ржавый зной. Черный полдень гнойно сладкий. Ледяные лихорадки лихо пляшут надо мной. Все быстрее и быстрее, неистовый кружась, страшен их безумный пляс. Рвут в глазах моих сосуды, сон воруя и крича. А вдали, где на веревках сохнут мумии зловонные, маки траурные стонут в креосоловых лучах. Задыхающийся ветер чуть покачивает петли. С трубов сыплются жуки, насыпь, виселицы, рельсы. Эта старая дорога поросла давно цветами. Скорби, ненависти льдами их пылают лепестки. Тишине зловещей вторит огнедышащее море. Безголосые, безмолвны ходят волны за волной. Но не верь всему, что кратко. Растворятся лихорадки в песне маков на закате. Ты увидишь в них покой. Я теперь все это знаю. Пусть в окно твое родная шепчет сумрачную свежесть, влажный, трепетный бутон. Я же до рассвета стану обнимать их стебли и станы щедрой, теплую землею и беречь твой нежный сон. Спасибо. Владимир, можно еще одно для вас? Просто я вам все начинал его читать. Это о, зал спросим. Еще можно еще одно? Да или нет? Да. Хорошо. Лето. Белые простыни ветер колышет во мраке. Сотни и сотни, что липкий, чудовищный кокон. Холод. И только больные, безликие страхи пристально смотрят из пыльных надтреснутых окон. Белые простыни в жирном густом формалине, шорохи призрачных танцев, смеющиеся тени. Холод и тонкие пальцы в стальной паутине черного зеркала, голос песочного тления. Белые простыни, мумии солнечных крыльев, так тяжелы на ветру, и прогорклы, и блеклы. Холод. Четыре угла паутиной и пылью, каменный свод саркофага, бездомные стекла. Слышишь ли эхо? Но плен пустоты не ответит. Нет ни тебя, ни меня. Есть лишь лепра и ветер. Спасибо всем. Спасибо. Это Александр Ириарте. Я бы назвал эти миры «Мир Александра Ириарте». Такой вот необычный мир. Мне понравилось. Давайте зал. За, а, Саша, или против? За. Ну, вам весь зал за тебя.
Ты мастер, что делать. И читаешь здорово. Спасибо. Надеюсь, еще встретимся на этой сцене. А можно вот девушку? Асюшка, а вы можете сейчас, а? Переодеться? Тогда готовьтесь, тогда переодевайтесь. Сергей готов, Сереж, тогда поддержи вот эту лирическую, такую мистическую. Ну, у тебя свое. У тебя теперь будем слушать «Мир» Сергея Удальцова. Добрый вечер. Очень замечательно здесь находиться, когда такая тишина и публика внимает. И мне очень нравится складывающаяся традиция читать вам несколько лирических стихотворений в начале программы. Ты – муза, музыка, мираж, мечта. В глазах очередного идиота на фотоснимке стынет красота, что поймана во тьме немого грота. Там, в эхе стен, в людской гурьбе я слышал лишь волшебный и пьянящий голос. И воздухом твоим дышал я в хронике своих черных и белых полос. Поверь, мои глаза не устанут, только если ослепну от безысходности. В омут затянут, соединимся мы в невесомости, найдем ее на городских улицах. Обойдемся без глупой лести, поэтических вечеров, страшных снов. На последнюю Агату Кристи лучше сходим и посмотрим, куда исчезает эпоха. Где-то в магии чисел мы поймем ценность каждого вдоха, когда мы вдвоем. Февральская ночь, в ритме гитар, сладкий изюм на салфетке. Твой поцелуй был принят мной в дар, прочувствован в каждой клетке. В сетке вещания сплошной перебой, вечность ночного эфира развеет сомнения первой грозой, северная Пальмира. Бодрость рассвета в дороге домой, пропахнув твоими духами, ты снова увидишь, я буду твой, свежими черновиками. Ветер, долгая дорога в Питер, перебирая ворох впечатлений, путешествий, глаза друзей этого лета. Ночь, ожидание, перрон. В руке попутчика дымится сигарета. Без сожаления бросил бы «Прощай, эта планета!» Но есть ты, метро. Заслушиваясь соло саксофона, вниз стометровка вверх, и в телефоне голоса знакомых, а радость того, что я вернулся, смех. Волнение в горле пересохло, знакомое число ступенек тех, что помнят мои сбитые подошвы. И сердце всколыхнулось каждую секунду с единственной тобой, а я считал, что это прошлое. Как заблуждался я, как разум был застелен пеленой. Ты думала, я не приеду? Ты думала, я не найду? Стану отшельником я, затаив обиду? Ты думала, что я забыл? Но как забыть тех дней счастливых череду? Помнишь ли ты, и хватит ли сердечных сил впустить меня и дать воды? Здравствуй, любимая! Обними меня, моя тетрадь заполнена стихами и темно-красными кленовыми листами цвета сердца, что подарил осенний ветер на рассвете, чтобы я их вечером передарил тебе. Забудем все, что было раньше. Оставим телефоны, распорядок дня, не будем думать, кто был груб, брезглив, хитер. Догоним электричку, взлетев над турникетом, на берег, где песок и где горит костер. Спасибо большое и короткое, наверное, по случаю праздника. Открываются странные вещи, простые истины, куда казалось проще. Глиссе должен быть холодным, а я не могу без тебя долго, точнее не хочу быть без тебя больше. Ну и пусть на улице минус, румяные щеки и пальцы, как льдины. Мы с тобой, значит, будет жарко, будет все, что необходимо. Приду ночью новогодним подарком на день Валентина. Спасибо. Спасибо. Сергей Ильинцов. Спасибо, Сергей. Сегодня день всех влюбленных, что ли, да? Нормально, что-то всем уже. Ася Пушкарева. Вы готовы? Ася. Переодевается. Андрей Крут. Готов? Давай, Андрей. У тебя тоже про любовь? А? Здорово. Ну да, у тебя написано «Для тебя и между строк». Да, у меня два стихотворения. Добрый вечер. А получилось как для себя между строк? Для себя между строк. Да, две разные вещи. Я поздравляю всех с праздником. Я читать буду, наверное, без микрофона. Давайте. Я надеюсь, меня будет слышно. Можешь даже туда вот спускаться, у нас свет настроен. Да, хорошо. Значит, я прочитаю два стихотворения. Одно маленькое, другое побольше. И первое называется «Для тебя». Я настрою гитару. Да по пятому ладу размахнусь и ударю по струнам.
На осколки душа разобьется, звеня. Я влюблен, я взбешен, я безумен. За аккордом аккорд полетит в тишину. Пальцы ловко и быстро танцуют. Это вовсе не странно, я совсем не люблю, когда чувства парализуют. Сердце ритм выбивает и пытается выть, но никто его в общем не слышит. Я любить не хочу, мне влюбляться всю жизнь, пока страсть на мою голову дышит. Вдруг забылся, порвал на гитаре струну. Эка невидаль, было б желание. Не спеша торопясь, я ее натяну и продолжу пальцев ломанье. Я играю всегда до последней струны и люблю до последнего вздоха. Этот стих для одной из огромной страны. Для тебя, дорогая дуреха. И второе стихотворение, оно, ну, с изюминкой, это акростих. Если кому-то будет интересно, дома по видеозаписи можно из первых букв сложить ключевое четверостишее, которое станет ключом ко всему. Я не скажу, кому интересно. Но если интересно, если кто не отгадает, я потом в обсуждении напишу, если все поленятся. Называется «Между строк». Удары сердца о клетку сквозь толщу тяжелой одежды. Есть еще капли надежды разбить эти чертовы грани. Друзья ничем не помогут. Цари не имеют здесь власти, анархия это отчасти, но только без звуков брани. Уйти от судьбы невозможно, желающих было навалом. Дрались за нирвану в малом, а общий джекпот упускали. Влюбляться. Это так пошло. Прервите, если не правда, однако в пылу азарта кричащим меня вы застали. Очнитесь, ору вам! Люди! Осталось ведь каждому, наверное, то самое заветное, ночами, что спать не дает. Отчаянно бьется сердце, зачем так друг друга пытаете? А впрочем, вы сами не знаете, душа без сознания живет. Осталось ли в вас понимание любви, как частицы искусства, большого, открытого чувства? Аналогов нам не найти, люди, просто задумайтесь. Откройтесь чему-то новому, секунда, и в левую сторону мягкий толчок груди. Бьется там ваше сердце, и трепет любви не помнит. Тихонько лишь редко напомнит мягкий толчок к груди. Смеяются мигом столетия, язвить не устанут циники, по правде сказать о них пленники, о них по словам не суди. Кастрировать чувства несложно, а много ли, впрочем, надо? Всего лишь безмолвное стадо среди темно-серой толпы. Если вам все-таки чуждо, вселенская песня атеистов, любовного фронта фашистов, юлите, не будьте глупы, бросайтесь на амбразуру, любите друг друга до смерти. Я вас умоляю, поверьте, юность слепа, как крот. Тема давно избитая. Скептики бросили чтение. Я не приемлю давления, выбор за вами. Вот. Лица меняются с возрастом. Истина где-то в прострации. Царствует эра кастрации, а не свободный народ. Огонь души не погасен. Нужен, видать, кому-то. Откройте вентиль, и смута, кривляясь, умрет, как урод. Разорваны будут цепи, отброшены к черту сомнения. Вперед рванут поколения отличных, прекрасных людей. Те, что когда-то влюблялись, отныне любить станут вечно, чисто, открыто, сердечно. Им грязит судьба лебедей. Только это все строчки. История их переменит. Словами другими заменит. Ты не их не узнаешь вовек. Откликнись. Тот, кто увидел надпись, что после точки. Если собрал кусочки, ты их запиши, человек. Спасибо. Спасибо. Андрей Прун. А что же там, там длинная какая-то, да, скороговорка, что ли? Нет, там еще одно четверостишее. Ну, по первым буквам. По первым буквам там будет получаться. У сердца нужда в покое, оно задолбалось биться. Пока вы влюбляетесь в лица, оно кровоточит и стонет. Вот такая штука на полке. Маша, как тебе? Ну, мне вот с листа будет посочетать, чтобы было сказать. Не, ну вообще в целом. Вообще в целом как-то смачно. Да, вступаю, спасибо. Есть другие мнения? Кого-то. Ну, в общем, нормально, здорово. Вперед почти. Сколько тебе лет? 20. До 20 лет гений почти.
Спасибо, спасибо. Это был Андрей Прут. А почему я сказал почти день? Потому что то, что у меня, допустим, у меня есть стихи в 20 лет сочиненные. Была такая пачка. От нее осталось 3 листочка. Потому что читать это невозможно. А у Андрея... Почему невозможно? Просто смешно. Ну ладно. Просто... Ну, у каждого свой путь, скажем так. А, пожалуйста, Ася Пушкарева. И называется у Аси... Мы на карантине! Добрый вечер. Я сижу в полутемной квартире, как в чужом и враждебном мире, как наевшись сырого песка, во мне и вокруг тоска. Не прошу снисхождения сна и не слушаю музыку даже, но там нужна хотя бы весна, купленная на распродаже. Я желаю воды глоток, чтобы выправить рифму и слог. Я желаю чувствовать то, чтобы рос изнутри росток. У меня не присутствует прок, словно кто-то поставил на блок, словно выдавлен сок, словно выдавлен Бог. Я пойду на любой порог, я вступлю на любой порог, испеку самый вкусный пирог. Я писатель, а значит пророк, а также священник и царь. Побеждает в итоге январь. Побеждает безумие любви, что твердит: умри, но люби. И вот я сижу и люблю. Я не ем, не пишу, не пою. Любовь превратила квартиру в паука и саму паутину. Я люблю мудака и кретина. И да, мне совсем не противно. Он на лучшей моей картине. Он со мной, и мы на карантине! Спасибо. Спасибо. Ася Пушкарева! Коротко, четко, в образе. Мне понравилось. А вам? Красава. Ну, что обсуждать? Все здорово. Здесь же, как бы человек выходит, дарит себя, так сказать. Кто приходит с безумным видом здесь, поэзия слышать. Знаете что, пить это можно в других местах делать. Вот. Здесь как бы вот такой балаган в каком смысле. Ну, в хорошем смысле. Мне так нравится, поэтому мы так и делаем. А меня зовут Владимир Антипенко, я руководитель театра «Братьев послушайте» в Санкт-Петербурге. И во втором отделении я как поэт вместе с Марией Агаповой и Тибулом Камчатским будем делать спектакль «З». А знаете, я говорю это для того, что если человек наше видео включит чуть позже, то услышит это. Посмотрите второе отделение тоже. Там ссылочка будет. Хорошо. Давайте тогда сейчас страху нагоним. Александр Фильмов. Вы здесь? Заходите. У Александра Фильмова называется «Жиза». Стихотворение «Жиза». Стотонный, вылетает из-под молота кузнеца. Стотонный я, стотонный он, стотонный стих, стотонный псих. Шизоидная атака. Пришлите срочно бандеролью стотонный кран, чтобы поднять стотонный мозг. Попал в какой-то яркан, хочу расплавиться, как воск. Улетающее существо, хочу амебую из воска. Метаморфозно перетечь и в облаках на пуфик лечь. Проспать абсурдное мгновение, увидеть сон, где ты и я гуляем вместе босиком по звукам, фразам упоения. Но тут я слышу вдалеке, сквозь сон, стотонный звон. Кто он? Что он? Вскочил, проснулся, побежал на кухню. Включил водопроводный кран, вместо весны выпил горячий воск, отдернул тюль. Вместо улыбающейся ласточки в небе пролетел баклан, мертвый, как аэроплан. Кто он? Что он? Шиза.
Кстати, спасибо Александру Фирму. На самом деле можно, вот, кстати, шизу читать даже вот так вот, как ты. На самом деле можно. То есть? Нет, хорошо. Я же говорю. А у тебя текст с собой? Да. Дай. А можно так? Нет. Кстати, я говорю точно, что так, как ты сделал, можно. Это как бы такой вариант литературного прочтения, это совершенно достойно выглядело. А маленькое оно есть? Нет. Можно просто по-другому. Можно так, можно так, а можно так. Я же сказал, шиза сейчас будет. Сто тонны! Вылетает из-под молота кузнеца! Стотонный стих! Стотонный псих! Шизоидная атака! Пришлите срочно бандеролью стотонный кран. Ну, я имел в виду, можно обыгрывать. Я, кстати, это небольшое такое, как это, обучение. И просто хочу... Да, я и говорю, что то, как сделал Александр Фимов, тоже можно. И очень хорошо. Можно было и так. Нет, ну спора нет, конечно, я просто... А можешь вот так? А можешь вот примерно так, как я? Нет, а вот, кстати, как он... Я знаю, когда стих воспринимается, Маш. Нет, я же не настаиваю на том, что... Не поняли, о чем речь. Я же не ругаю его, да. Ты говори в микрофон. Я чувствую исключительно так. Конечно, можно орать, визжать, то есть прыгать по сцене. Я имею в виду другое. Можно преподносить... Нет, подожди, я же тебя не ругаю. Можно преподносить текст, и это, что ты и делал, и смысл. И это нормально, ты делал хорошо. А можно взять этот текст на себя и обыграть. Все, я не говорю, что тебе обязательно так надо делать. А не будет, короче, давай еще один стих читай. Не будет ничего, будет по-разному, интересно. В общем, поддержу поздравления. Вот. Произведение называется «По мотивам маркиза де Сада». Разносчик похоти и грязи, прелюдии и стихи свои, на шее хрупкой затяни. Позволь шагнуть ей ножкою со стула в пространство чуть мертвее, чем ныне. Последнюю секунду жизни выдоха и вдоха спаси ее. Возьми ее в объятия крепости Содома, рот вдруг заточив. Воткни ей кляпом поцелуй в уста или аспида воткни с клыками, плещущими ядом в невинную кровать, чтобы вести похоть инъекцию по венам. Залив желание по горло, ей захлебнуться им позволь, всю дерзость передав ухмылкой. А на память губами вытатуируй ей на груди прощально страстный поцелуй, разносчик похоти и грязи. Александр, такой мир Александра Фирмова. Ничего себе, любви, вены резать там, и так далее. Нет, вен не было, только не, было опыт. Ну, у тебя такой вот взгляд о любви, нормально. Спасибо. Можно задать блок сразу. Да, спасибо. Вопросы. Александр Фильмов, будем сотрудничать. Спасибо. Вот. Хорошо, у нас Ася, Анастасия Кирсанова есть? Еще едет, да? Кто еще не выступал из плана? Денис, нам пора. Денис Дэнза. Сейчас у меня музыка. Ну, а ты что, не поставил там? Хорошо, пока Денис ставит музыку. Готов. А, готов, да? Пожалуйста. Давай. Денис Дэнза. Называется... Говори сам, ладно? Да, я все стихотворение скажу. Еще раз за мной, пожалуйста. Смысл настоящего пусть на фоне прошлого и к середине ночи.
ночи ловлю мысль, что не ловлю себя на мысли о сумасшествии. Уже это опасный признак. Помнишь, я тебе что-то обещал, а потом еще не раз это повторялось с наших сторон, образуя общее тепло. Два тела были ничто, двойная душа парила высоко. Те мосты, парки, слезы счастья, мысли, готовые на все, чтоб дальше жить. Солнце в твоих глазах, танцы с судьбой, но она поделила напополам. Под яркими бликами иду, выдыхаю. Ты знаешь, ненавижу, когда мне лгут. Нет, только не тут, пожалуйста, ведь тут я всех обожаю. Может, не стоило, стоит этого быть верным, будь верным. Нельзя сохранить, что строили навеки, держали под секрет. Еще немного подожду. Секунды прошлого стоили остатка жизни. Там встретимся, и будет все по-настоящему. Лишь бы со временем не изменились, лишь бы со временем не изменили. Кристаллы холода в объятиях гранита, размыты голодом распятых рук, бытовых цепей, дворовых пророков. Тепло по венам, идеалы стен и каноны игры смелым. Без толку дай мне новых поколений крови, постройку клонов, соверши на века. Познай любовь, почувствуй боль, свердни металл нежным стоном. По облакам раздора забудь слова, вспомни себя. Раствор моей принцессы в ложку на века. Достойно лишь то, что естественно. Разорви меня жгучей смесью, счастливым детством из подъездов. Солнце в моем бездонном сне объявило войну себе. Как дождь от сердца отрываю, так будет проще. Не верю, но не знаю. Как дождь от сердца отрываю, так будет лучше. Не верю, но знаю. Парю, утопаю в глубине горячих дров. Кольца называлось. Кольца? А кто мужик уже? Я вчера вечером. Хорошо. Под настроение, да? Ясно. Спасибо. Мария Агапова. Мы продолжим сейчас вас пугать. И Мария Агапова, я Машу попросил просто прочитать стихотворение. Стихотворение называется «Страх». Ну, Маша сейчас его прочитает. Ну, не пугайтесь, оно доброе, на самом деле, если его правильно понять. Мария Агапова, «Страх». Стихотворение 97-го года «Страх». Стремительной стрелой в строку строка. Странная страстность, страница в страницу. Стратегия стравливания строга. Стрелка со стрелкой срастись стремится. Страх. Сострадание со страданием. Глаза из орбит. Мир — болезненное срастание, ибо он разбит. Стой, не беги. В небе низги. Все вдребезги. В обители. Погибать мне бы, чтобы под крышами, где века неизменны. Вы видели, как воздвигаются небо, скребы? Вы слышали, как рушатся стены? Боже мой, в жар, в дрожь брошена
град брызг, век разбит, жизнь в грош, в дребезги, вдруг вдрызг. Кажется, взмах крыл грезится, взмыв вверх тяжестью, нет сил, скрестятся лбы всех. Сжатие, стяжение жил, сдавленность, стенание стен, сжиты все, дрожание жал, сплавленность, сплетение вен, спаянность фундаментов крыш, злая власть, гроз, роск, некуда в себя лишь, бег туда, внутрь, в мозг, в ткань костей, в вены, плохо там, боже мой, нет жизни мгновенно, с грохотом уничтоженной. Стой, не беги, в небе низги, все в дребезги. Господи, сбереги. Еще вчера путь бесконечный долог. Вдруг стоп-кадр ошарашенных видеокамер страшней в сто крат, ибо каждый осколок в страхе замер. Склеивается созвучий, жуткий джаз. Под покровом кожи уже не я. Нет, это не смерть, это ужас полного уничтожения. Слова сливаются, слипаются с липкой слизью сплавленных планет. Меня нет. Слова сливаются, слипаются с липкой слизью сплавленных с планет. Меня нет. Склеивается созвучий, жуткий джаз. Под покровом кожи уже не я. Нет, это не смерть, это ужас полного уничтожения. Слова сливаются, слипаются с липкой слизью сплавленных с планет. Меня нет, меня нет. Спасибо. Мария Агапова, «Страх». Не будем обсуждать. Ну, обещали страху нагнать, ну и нагнали. Ведь, как, знаете, там парень ухаживает за девушку, он же ее напугает тогда, чтобы она испугалась, а потом там поцелует. А? Ну, примерно так. Хорошо. Дима Басыев, вы готовы, Дима? Ага. Пока Дима идет, тогда давайте Виктория Колесникова, пожалуйста. Ой, Гинзбург, Виктория Гинзбург, конечно. Дима, а вы следующий тогда сразу? Будьте тут рядышком. Возьмите, пожалуйста, этот микрофон. Ну, предупрежу сразу. Называется переплет, да? Подождите, да, переплет. Предупрежу сразу, что я наизусть свои стихи напрочь учить не умею. Я знаю классиков, ну, а свои читаю по бумажке. И по бумажке тоже можно по-разному читать. Будет да. Скучно, остановимся. И все-таки я начну с другого. Сегодня утром, заглянув в контакт, я увидела от Володи объявление, что в прошлый вторник играющая здесь совершенно роскошная играющая группа лишилась одного человека. И, наверное, я начну с того, что не планировалось, но посвящено тем, кто от нас уходит. Барабанщик у них умер. У них умер барабанщик. Друзья уходят как-то невзначай. Тогда тоска стучит тихонько в двери. Друзья уходят чаще по ночам. И, просыпаясь, мы не ждем потери, а то, что рядом друга нет с тобой. Нам сообщает голос телефонный, пускай родной, до боли нам знакомый. Мы с ним когда-то виделись, а мы с ним в прошлой жизни виделись, в другой. И разумом нам не дано понять, что рядом друга верного не стало. Кричит душа, одной ей места мало. Чем место друга верного занять? Ну, не была готова к этому, поэтому прошу прощения. А теперь переплет. Джаз любви. По нотам боли играют джаз. Играют страсть и немного грусти. Осипший сакс,
стрель любви отпустит, ударник тихо окликнет нас, сплакнет фагот и заплачет скрипка, рояль рассыпется искрой Божьей. На нотном стане писал художник, писал не красками, а ошибкой, ошибкой юности нам ненужной, ожогом сердца сквозь колот ночи, словами острыми, глядя в очи, что джаз был в файлы любви загружен. Медно-зеленый осипший сакс, морщины туннелей при спуске в метро, поезд-дракон поглощает нас, уходит, уносит в пространство, где днем темно. Проносятся станции, люди тут меняются, словно калейдоскоп. В каменном чреве города смог, ушел за черту скоростных минут. При выходе снова услышу джаз, и веры прибавится на глоток, что каменный зверь не проглотит нас, пока саксофон ритмом рвет висок. Целая ночь без сна, лампы жужжащий свет. Снова грядет декабрь, снова тебя в нем нет. Я погружаюсь в явь, словно в очаг из снов, переплетаю вязь наших прощальных слов. Бег перечеркнут рук, трепет усталых век, тихий дыхание, звук бьется, а ветер свет. Снег на твоих плечах, а на губах роса, слов отлюбивших прах, верность на полчаса. В небе утихнет стон, слезы сожжет рассвет, снов отболевших сон, только возврата нет. Целая ночь без сна, лампы жужжащий свет. Вот и пришел февраль, только тебя здесь нет. Вот. Ребят, не надо, не люблю, не надо. Я прошу прощения, очень не люблю, не предупредила просто. Ладно, что не любишь, а мы хотим. А, ясно. А мы не любим. А теперь я позволю себе прочитать пару стихотворений, которые... Я все-таки отношусь к старшему поколению, согласитесь. Вы все много моложе меня. Я позволю прочитать себе стихи, которые написаны от лица матери, от лица женщины. Ну, женщины возрастной. Благословение. С Богом, родная, перекрестила. Змейкой дорога моя повелась. Я и теряла, и находила. Птицей парила и падала в грязь. Звоном монетным звучали карманы, по бездорожью бродила с умой, знала отчаяние, горе, обманы. В радости близкие были со мной, но застывая на перекрестках в выборе вечном, куда повернуть, мамина верность следит за вопросом, благословляя на жизненный путь. С Богом, родная! Одиночество — грех мечты, что рисует случайность встреч. Я сроднилась с ним, мы на «ты». Без него мне не встать, не лечь. Его спутники — холода, и от звуков в ночи испуг. Талисман моих сладких снов, бесполезный от боли стук. Для мечта... Извините. Перебилась полностью. Можно начну заново? Нет, не надо. Ну уж прошу прощения. В таком случае... А, нет, то, чем хотела закончить, уж вот там. Дочитаю. Все мы бабы немного лошади. Все мечтаем дойти достойно. Бесшабашные и хорошие. Про мечту говорим, как больно. Про года, что уныло снежные. Про печаль, седина в ресницах. Только ветер уносит нежную нашу нежность на колеснице, а на утро мы снова меряем километры под каблуками, и звучит голова монет, голоса монетами, а в мечтах мы стремимся к маме. Вспомнить хочется годы прошлые, попросить за любовь прощения, но уходят дети подросшие от родительского общения. Все мы, бабы, немного лошади. Спасибо! Виктория! Виктория Гинзбург! Вот пришел человек, подарил себя залу. И замечательно.
Кстати, вот Виктория, пример, когда листочки есть, а человек исполняет, как будто вот, и незаметно, что по листочку не так. Здорово, спасибо, Виктория. Что? Виктория Гинзбург, кто не знает. Надеемся, еще что-нибудь потом нам подаришь тоже. Будем рады. Дмитрий Бацевич, Дим, ну, вы же знаете, что вы следующий. Выходите. У Дмитрия Бацеева называется «Три песни о любви». А капелла будет петь? Ну ладно, он сам все расскажет. Сегодня день всех влюбленных. Я не знаю. Ну, в общем, сам говорит. Дмитрий Бацеев. Здравствуйте. Дмитрий Бацеев. Это, конечно, я. «Три песни о любви» будут звучать в виде стихотворений, поскольку за гитарой я заехать не успел, а так бы вам еще и спел. Начнем с того, что сегодня у нас День Святого Валентина. Сейчас буквально вот. Вот так лучше. Так. Итак, первая Валентинка. Любит каждая скотина День Святого Валентина. Ты на Валентинов день, красные трусы на день. Вторая Валентинка. Кто обвенчал добро за злом? Огонь с водой, быка с козлом. Кто выдал дочку за отца, а подлеца за мертвеца? Вопросов тьма. Ответ один. Конечно, сводник Валентин. Извращенец ты, Дима, да. Ну, стало быть, песня о любви исполняется в прозе. Песня мужская. Эпиграф такой. А как прекрасно быть одной, чтоб не быть ничьей женой? Ответ. Хорошо быть одному, чтоб не быть ничьим муму. Песня в прозе исполняется впервые как стихотворение. Трудно быть одной, когда за 30. Тяжело хорошенькой такой. Всяко-разно может ночью сниться, но всегда вибратор под рукой. Жрецы пасутся табунами под твоим негаснущим окном, но, маясь эротическими снами, ты мечтаешь обо мне одном. Без меня твоя жизнь пуста, как пустыня без единого куста. Все равно тебя прошу, пусти. Я не конь, чтоб меня пасти. Легче быть одной, когда за 40. Опытом оплачен твой покой. Есть воспоминаний целый ворох и всегда вибратор под рукой. От воспоминаний мало толка, то ли с жеребцами, то ли без. Просто ты всю жизнь любила волка. Ну, а волк все время смотрит в лес. Без меня твоя жизнь пуста, как пустыня без единого куста. Все равно тебя прошу, пусти. Я не конь, чтоб меня пасти. Нынче ты покинешь Улан-Батор, завтра будешь ты в Улан-Удэ. Главное, что есть с собой вибратор. Ну, а жеребцов найдешь везде. Чтоб по жизни все сложилось ловко, чтобы не случился нервный сбой. Волка ты набей татуировкой на вибратор, что всегда с тобой. Ну, в общем, вот мне тут удосужилось стать автором книжки. Я в прошлый раз хотел ее показать, сейчас показываю просто, вот она есть. Поешь, там сейчас, как это там про вибратор? Как? Очень, все нормально, да. И вибратор под рукой! Можешь напеть хоть чуть-чуть? Без меня твоя жизнь пуста, как пустыня без единого куста. Все равно тебя прошу, пусти. Я не конь, чтоб меня пасти. Я про вибратор спросил. Да, все нормально. В этом смысле. Ладно, давай дальше. Отлично. Хорошо, значит, следующая песня женская. Женский жестокий криминальный романс. Очень мне понравилось вообще в свое время писать песни для женщин. Так получается очень хорошо. От женского имени. А я тебе не изменяла, я каждый день белье меняла. Я не пила, я не курила,
всегда тебе раствор варила. И вот лежу еще живая, а в горле рана наживая. Ну что ж со мной ты сотворил? Чего ты нюхал, что курил? А я готовила, стирала, все за тобою убирала. Тебя ласкала и лобзала, ментам ни слова не сказала. И вот лежу еще живая, а в горле рана наживая. Ну что ж со мной ты сотворил? Чего ты нюхал, что курил? Всю жизнь мою ты погубил, а я-то думала, любил. Теперь уйду я в мир иной. Ну вот и все. Прощай, родной. Фигня какая-то. Фигня! Отстой! Фигня! Отстой! Я, вот здесь зал нравится. Отстой! Ну что, еще? Давай, последний. О, замечательно. Я очень люблю стихотворение. «Любовь поэтов» называется. Не проходите мимо, оцените поэзии роскошный гобелен. Вплели в него свои изысканные нити Артур Рембо и Поль Верлен. Неистовый порыв Рембо сонетов, трепещущий Верлена стих, скрывают за собой трагедию поэтов, охваченных пожаром чувств своих. Казалось бы, все есть. Семья, известность, средства. Сиди себе, кропай стишата про любовь. Но нет, поэта юного опасное соседство толкает безрассудством будоража кровь. Рембо живет на денежке Верлена. Верлен живет на денежке жены. Здесь все. Любовь, талант, корысть, измена. Причем любовь с обратной стороны. Такая вот пикантная оказия способна хоть кого свести с ума. И воет обыватель безобразие, а впереди изгнание и тюрьма. Но лира не поет, когда в покое чувства. За творческий порыв, поэт, плати собой. Таков удел служителей искусства. Тут чуть не каждый наркоман и голубой. О, муза! О, безжалостная муза! Судьба поэтов так трагична и горька. Но детище столь странного союза, творение, пережившие века. Талантливо людям можно все. Спасибо. Это был Дмитрий Бацеев, ироничный такой поэт. С книжечкой «Явление». Если кому интересно, можете поинтересоваться. Купить можно? Да, можно. Сколько стоит? 200 рублей. 200? Мало не покажется. Кстати, книжка... Да, надолго хватит. Я читал, книжка классная, мне очень понравилась. Особенно вот та поэма, которую я тогда все время резал тебе. А на самом деле, вот, глазами читается удивительно. Спасибо, Дима. Дмитрий Васильев. Ну, в конце, Дим, тебе честно скажу, сегодня выступил хорошо, но в конце как-то умер. Для меня. Вот. Господа, сейчас вот последний номер первого отделения Анастасия Кирсанова представит. А Михаил Соломиков с перформансом, гитаристом в начале второго, и потом сразу Z начинается. Пожалуйста, Анастасия Кирсанова. Как называется, Настя? Сейчас я прочитаю. Можно, да? Я могу его самому прочитать. Мне же надо. Доверяю городу чувства, постигая новые смыслы. Это цикл выступлений. Вот. На самом деле я хочу сказать немножко насчет сегодняшнего праздника. Всех поздравляю, кто его празднует. Вот. На самом деле желаю всем любить друг друга не только в этот день. Вот. Ну и приступим непосредственно. К сожалению, без музыки, потому что мы не разрешили воспользоваться пианино. Ну, попробуем так. Не разрешили? Да. Сережа, а почему? Ребята тихо сыграют. Пожалуйста. А? Сереж. Не слышно. Что? Расстроена, что ли, она? Ну, нет, так нет, что делать? Чтобы оно у тебя грибами заросло. Падал снег за плоскостью окна. Телефон молчал, презрев свою идею. Конденсат мчал по стеклам, выдох, где я? Неловко пью до дна стадный бег. Стыдный шаг в синхронности с толпой.
рождена летать, на не ходить положим. Моя мысль слепа, в неволе истин чужда, к огню босой стопой. Взрыв, дышать, взор, душа, плененная тобой, остужая пыл, сплела шарф из метели. Телефонный пыль, скажи, разбор постели, протянется тропой в мой дом, шанс, смой мой шрам. Ты снова не готов? Телефон молчит. Начать во мне нуждаться. Ждешь моих морщин? Я буду улыбаться и ждать заветных слов. В этом шарм. Когда случайно нажимаю на бабки старых фотохроник, с этой печалью, кружевами напрасно парустком, мой кровлерк не смоет ветер паутин, не словит ветер паутины. Причал льнет на тросах дряхлых, но избалованный мужчина вулкану, превратившись в якорь. На воды мутные взираю, как страж-фонарь у врат гранитных. С рассветом-то гасну и прозаик, мираж продаст двойные ритмы. Лучи полуденного солнца расплавят беспощадно рифму, но в сумерках мой слог очнется, чтобы продолжить труд Сизифа. Я устала, замерзла. В этом городе зданий мы настроили стены всерьез между нами. И в открытой парадной наших слез откровений мы друг другу не рады, сердцем правит слой гений. Мы расставили точки, затаив боль сомнений, но прямо нас точит червь немого сомнений. И ласкает украдкой цепь надежды и страха. На душе пусто, гадко, созерцание краха. Но у сущности жизни есть свои оправдания. Мы, как дети капризны, не выносим страданий. Мы наивно незрелы под северным солнцем. Лишь когда повзрослеем, наше счастье вернется. Я тебя не согрею дождливой ночью. Не останутся желтые кеды сухими, рассекая ливень шагами лихими. На литейном, поверь, ты меня хочешь. В терко-сладкой дремоте за хрупкие плечи, утопая в вишневом варенье и плеже, убежденный, что ливень ночной вреден, обними мою тень как можно крепче. Учится кареты, проросшие в кюветах, балы, восторги, сплетни, наивных грез скелеты. Мне видятся ракеты сквозь праздный гул банкетов и стонут под паркетом блокады, голод, дети. Молчание бесцветно, безвкусна общность смертных, лют, копий, дни, монеты в протянутых билетах, в просроченных билетах, счастливый, не приметив, в холщовый плащ одета, не сузит, глотая ветер. Пронзает воздух свежий, протертая одежда, мгновение неизбежность, высвобождает нежность. Босые ноги мочит, из бездны лунной ночи, косой из тучи тощи, смотри в него, не морщись. И впитывают стопы кирпичной кладки копоть, мирских сомнений шепот, индустриальный опыт. Сном в архаичном скрепе, как нынешнего слепо, внутри растет и крепнет, души озябший трепет. Спасибо большое. Спасибо. Это было одно стихотворение? Спасибо. Вопрос. Это было одно стихотворение? Нет, это было пять стихотворений. Пять стихотворений. Они как бы тематические, да, такие? Объективные, да. Ну, спасибо. Спасибо. Было спокойное выступление. Это была Анастасия Кирсанова. Господа, сейчас у нас объявляется перерыв, минут 10-15 даже. Мы здесь все приготовим для Зета, для спектакля. Будет делать спектакль Владимир Антипенко, Мария Агапова и Тибул Камчатский. И надеюсь, скажите, пожалуйста, Михаил Самойлов, Миша, ты здесь? А скажите, вы умеете импровизировать под гитару? А вы сможете нам в Зете симпровизировать? Почему бы и нет? Потому что у нас спектакль тоже импровизация. Ладно, вы тогда Мише сделаете, а потом я вам, ну, скажу, что как. Включайте. Дорогие друзья, сегодня 14 февраля, день Святого Валентина. Слушайте, а ты католик? Католик, да, вообще? А? Католический, да? Так почему мы вообще празднуем? Ну ладно, праздник, праздник. Какая разница? Вот. Есть китайские праздники, мы тоже празднуем. Но все равно любовь — это хорошо, когда люди любят друг друга, дарят сердечки.
Вот. Значит, сегодня, сейчас второе отделение в рок-кафе, театр «Пайки». Послушайте проект ТВ-поэзия. Но у нас второе отделение. Прошу тишины чуть-чуть там, на заднем плане. Чуть-чуть говорите шепот. Значит, у нас второе отделение всегда театральное. Ну вот Михаил Солоников попросил в начале второго отделения свой перформанс представить. Он называется «Безлюбие». У него там кто-то доходил, доезжал. Вот. Ну а дальше сразу начнется спектакль «Z», который делает Мария Агапова, Владимир Антипенко и Тибу Камчатский. Поехали! Небольшое вступление. Наверняка в зале есть те, кто пришел абсолютно один в этот праздник. В интернете есть интересный мем Фары Вайлон, и именно для этих людей посвящен сей перформанс. Сердцем, под крепкой древесной корою, стремящихся как-то согреться, мы жаждем увидеть луч солнца. Свободу ищем прохожих, и я повторяю, исполнься, и мы с тобой в этом похожи. Случайные взгляды, как порох, что жаждет одной лишь искры, и в этих пустых разговорах мы новые строим миры. Быть может, что ближе не станет, чем то, что живет между нами. Она сейчас придет, честное слово. Она у меня хорошая. Я не вру. Мы с ней познакомились абсолютно случайно. Ну как это бывает, знаете? Был август. И раннее утро. И этот рассвет, что бьет без осечки, решительно в цель, проникая внутрь. И чайки кричали в парке у речки Балтийский, до недр светился и трясся, а над канитаблем солнце вставало, и пассажиры, как будто бы в рясы, одетые, шли вдоль вокзала. И в душный автобус билет оплатите, как гильки, прижавшись друг к другу, не стойте в проходе, дальше пройдите. И так эта жизнь протекала по кругу, и знали, не будет приема у Бога. Как знаешь, добавки не просят, и вот впереди все та же дорога. Я с креслом автобуса сросся, и за окном панорама знакома. И кажется, будто что мимо меня, минуя все правила, сводки, законы, проносится жизнь. Так день ото дня я выход искал, искал даже повод, чтоб оправдаться. Но разве Творец услышит меня? Ведь нас слишком много, безликих, и Гелиос не мой отец. И вот остановка, коих так много, похожие все, лишь только ландшафт, как будто попечатанный пломбой. Из расписания остальное вдогад, и двери открылись, народ повалил, и в этой клокочущей массе среди бедер, затылках, изогнутых спин я лик твой увидел, и он был прекрасен и словно в замедленной съемке. Ты вся так шальная и игрива, что сердце мое прислонилось к каемке и закантовало себя от порыва, и стало неважно, и все за окном, вокруг не имело значения, казалось, что прошлое будет потом. Сейчас же лишь это влечение минутное, было неважно, что станется после, а после хоть режьте, я встретил тебя. Теперь мне не страшно, я жить начал здесь же. Ты не пришла. И под этот реквием нелюдимый
Наедине с городом я остался, предавшись снегам. Я всегда отличался неуемной верностью и рединой. Но теперь слышишь мой голос? Его заглушил свист и гам безумных грязных улиц, многолюдных скверов. И подол моего пиджака терся небо, как мне казалось, в этой черепашьей сумятице. Да из исполинских размеров росла моя ненависть. Тем временем на площадях смеркалась. Ты так и не пришла. Я не расстроен. Нет. Давай ликуй. Давай. Ступай к тем, кто тебе стал ближе. Мне станет сладостен один лишь поцелуй. Он эту горечь с губ моих обветренных оближет. В этот. А именно Z мы назвали его с топорами, потому что до этого был Z с топором, теперь с топорами. Каждый спектакль является собой абсолютную импровизацию, но мы готовим ее. Каждый готовит своего героя, свою линию и так далее. Здесь мы это все сейчас переплетем, иногда мы сочиняем тексты на ходу, черти что, сейчас увидите сами. Тибул! Паша! Ну так иди уже сюда. Сядь, пожалуйста, на сцену. Пашка! Быстрее, пожалуйста. Просто быстрее. Спасибо. Вот вам тексты. Можно я уже так? Я просил не позвать. Сядь. Что будет? Я. Сейчас мы начнем, секунду. Где Маш? Маша, выходи, пожалуйста. Маша, выходи. Где твой сесть? Сейчас, ребята, все начнется. То есть Володя, а не сказал. Да, Маша, я тебя просил молчать! И только стихи исполнять! Все! Это и есть Z.
Снимай! Рубашку снимай! Раздевайся, Паша, раздевайся! Не хочет! Маша, начни ты! А? Маша, начни ты! А я думала, Паша, начни ты! Да вот я тоже не слышу. Антипенко, начни ты! Антипенко, начни ты! Паша, начни ты! Так глаз становится стеклом, в стекло дождем, а голос ртутью, когда теплом изнеможден уходишь ты по перепутью туда, где облако горит, где дол колышется туманом, где гул растет и ворон спит над безраздельным океаном. Туда, где... Я забыл. Вылазит моя кутерьма, гори фары. Июль ложился на дома и тротуары. И был одет июльский день в горячий кокон. Лоснились лица у людей и блики окон. А я все думала о снах, где ветер слился. И о чернеющих крестах во тьме кладбища. На памяти тугой курок не нажимая, я шла по линиям дорог, еще живая. Кружился пух, лоснился день, тянулись строки, роняли запахи сирень, стебли осоки, и резида, и зверобой, и расторопши. А я все грезила с собой среди усов. Дикая собака динго! Стекла фламинго! Вкус спелого! Свинка пинка нашел! О, Инга! Муздымова блинга нашел! Тихо! Тише! 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 Я верю в статус тишины. Ни слова! Обручальный танец, бумажное кольцо на палец, из звуков губы лишены. Не слышно ветра между строк, лицо божественно безмолвно. Слепое стихотворение. ВПКМ сочинено с закрытыми глазами на печатной машинке. А знак деления. Двоеточие. Точка с запятой. Запятая. Эти яблони, смородиновых рек, я один, не зверь, не человек, я один, не зарево, не тьма, я зима. Острый месяц виснет в звездах, вечер сладок, воздух солон, мир изобретен и сверстан, мир изобретен и полон, смыслом, маслом, мылом, салом, морем, зверем, вопрем слепным, спелым, спелым, белым, алым, мир изобретен и слеплен в виде куболона шара, полон медом, ядом, соком, снегом, слогом, жиром, жаром. Мир изобретен и соткан ниткой, ноткой, духом, телом, черным, серым, желтым, синим. Мир изобретен и сделан под мелодию России. От того, что Россия северная страна, от того, что грань небес для меня расколота, снятся мне порой скандинавские времена. Только холодно мне здесь, холодно, очень холодно. Снятся мне порой серебристые жемчуга. Деревянные избы взвиваются в снежном крошеве. Это сон моего спокойствия. Я забыл о том. Уа-э-э! Синева! А-э-уа! Нева! Уа-э-э! Мосты! А-э-у! Иду! А-э-и! Огни! А-и-и, одни, и-а, провода, а-о-э, и вода. Глазам звезды, рукам ласа, ногам версты, зубам мясо, душе песни, телам гробы, мечтам если, мозгам чтобы, ногим кровы, там ливни. Стихам слова, хохлам гривны, росткам весны, хлебам скатерть, пловцам весла. Красный километр, ветер душистых мыл, плыл по зеркалу локтей, в лапы ее объятий, зверей в губы сжег, любовницу свою метил, пластырь любви вспотел. Отвяжите меня от липы, земляных попрошу червей. Я с ума сошла, слушать скрипы, век
вековых ветвей, отнимите мои объятия от ствола, молю, пропиталась душою платье. И душа в клею! Глубина и открылась, и язва, сердце не криви, ты давно у меня увязла в торфяной крови. На губах пузыри и всхлипы, да клещите с ней, отвяжите меня от липы, разлучите с ней. Далее есть образ. Поэтических образов нынче много, и они разные, но всех их объединяет то, что они описаны языком русским, в первую очередь. Не засыпай, твой сон глухая смерть, какие сны, там нечего смотреть. Там та же даль, метель, та же тьма, ты просто вёрт. Мы все сошли с ума. Громче, Тимул Камчатский! От этих будней, черных как вино, темно, темно на свете. Так темно, молодец. Сумасшедший, да и только. Спасен. Зря сказал. Маша, работай. Я? Давай, Маша. Нет, ты кто? В Ленинграде холода. Невский берег закрыт. Сядьте ближе, ядрен батон. Будет громче вам. И такой канон сейчас мы здесь стадим. Холода. Давай. Невский. Я не понимаю, вы будете стихи читать? Твою мать! Так ты же нам не даешь стихи читать! Что я думаешь, одел тут на себя эту штуку и очень важный стал? Когда... Можно я шапку ставлю? Чего это не дает нам? Святое и страшное, грозное и не по-нашему, вихри сжимают скулы у сентября. Это я родился, вылез 15-го. Как мама сказала, часу в 9-м, наоборот, попой кверху я. Год был странный, 71-й, 1900. С момента этого я не был равный, а меньше себе казался, чем окружающий. Обратно хотел залезть в мамин живот. Так всегда у них. Венец унаследуют и развенчивают до срамоты. Всю дорогу меня преследуют эти гороховые шуты. С момента этого я не был равный, а меньше себе казался, чем окружающие. Обратно хотел залезть в мамин живот. И теперь ищу возможности, и в каждой женщине надежду таю. А вдруг можно в безумстве нежности совершить тайну сию? В кустарных ремесел упругие кольца, в глазах переливы, в руках колокольца. И звоном рассыплется тишь вековечной, протокой кудлатится. В сумрак заречный других очертаний не знать в колыбели, рассили в берлогах, рассили в купели. Но выйдешь и хохотом скочится юга, и выхода нет из закрытого круга. Откуда у тебя? О, безумие любви! Я поглощен безумием, я жадный Антигон, я требую любви, как мальчик у огня. Я поглощен молитвой, язычник страстных игр, волшебник Израиль. Пойми, моя любовь, где Маша Агапова? Она не край надежды, она не бой быков. Маша Агапова! Маша Агапова! Бога, Мария, на твоих печах, слезы Бога, Мария, на твоих очах, твои жесты, улыбки. И смех, и грусть, даже сон твой я выучил наизусть. Сердце вечности не видать конца, кружат пение у твоего лица. Громче! Я забыл? Отвечай же. Давай отвечай. В объятиях бархатного пледа, вечерний час, вишневый сок. Ура! Подача! Гол! Победа! Удар, бросок, откинувшись на ворох пуха, эй, ты, блин, ты меня душишь, придурок несчастный, пошел вон отсюда. Вспомните, раньше живописи предлагались определенные функции, отображение действительности, портреты, пейзажи, религиозные сюжеты. А сейчас это свободная, раскрепощенная стихия. В музыке то же самое. Вы заткнетесь когда-нибудь или нет? Это... Вот. А в поэзии только некоторые поползновения. Ведь в живописи не один раз были разрушены за всю историю все каноны.
Ёлки-палки! Вы будете работать, или нет? Толковость ты моя, безмятежность, то ли радость ты моя, то ли нежность. Хрустальная сторона. Ты толковость ты моя, безмятежность, то ли радость ты моя, то ли нежность. Успокойся. Блин, я забыл. Мраморный собор, саквояж, разных изумрудов и кож, золото узорный багаж. Господа, серебряный грош. Вообще-то здесь стихи читают. Вот что вы сейчас разговариваете? Вот здесь стихи читают. Вопросы межгли, устали в окружении неопознанно. Ведь поздно ласкаться, если испугали сердца и стали близкими. А стихи читают? Я розги, я понимаю лоск. Стихи там читают, понимаешь? Плоскость мотивов. Слюни ради выбора сгинуть из стены. Гармонирует, искать истину. Вот! Это мог. Читай, блядь, ёб твою мать! Да я забыл все тексты. Все, конец, спасибо, это было. Вот это технический перерыв 5 минут, и потом группа на грани играет. На грани? Вот откуда, за грани. Ради бога, здесь не ходите, мне надо собраться. Я вам скажу честно, снимай, пап. Мне стыдно за то, что вы сделали. Но ничего, потом на видео посмотрим. Не знаю, вам видно понравилось, вы аплодировали. Паша, я тебе потом все скажу. Нет, потому что на сцене надо все работать. Правильно. Правильно? Да. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Хочу всех поздравить с праздником. Влюбленных. Так совпало, что мы совпали с этим праздником. Собственно, всех поздравляю. Итак, группа «Грани мира». И первая песня «Ты пришла». Понижение, иначе потом звука у вас не будет. Подожди секунду, сейчас выключу. Выключу. Дождем. Я заводил в его дом, помог ему.
Вам огромное спасибо.
Поставьте, пожалуйста, только микрофон. Следующая песенка. Психоз.
Спасибо! Она бис! В принципе, можно перепеть песенку первую на бис, потому что она не записалась. Не, она записалась. Не, она плохо записалась. Она плохо записалась. Я люблю, еще раз. Давай первую. Давай на бис первую. Сейчас будет эксперимент без репетиции с поем. Ура! Песенка называется «Метафора». Музыку сочинил Андрей Миронишин, да? Да.
Дальше, кто виолончель? Виолончель. Оля Пахомова. Барабаны. Андрей Семенов. Андрей, встань, пожалуйста. И бас-гитара, вы пусть выйдет. И бас-гитара. Вы выйдите, пожалуйста. Артем. Артем. Все, спасибо. Группа «Граф мира». Все.